Всем привет! И мы сегодня едем в город Утяны или Утаны, как кому удобнее. И едем мы в магазины. Там очень много всяких красных магазинов, стоков. И да, так что поехали со мной. Время у нас 10:30, ехать нам примерно час. 1:15 где-то так. С нами тут еще едет Таня. Соня. Соня, скажи привет. Да, да. Сейчас лишь купили алоэ веру. Мы уже приехали в Утяны, на базар. Тут масочный режим, мы все идем в масках. Нет. Классная маска, мне кажется. Давай. Привет! Приехали в еще один торговый центр. Ой, не очень большой, но я думаю, там тоже будет много чего классного. Мы тут заехали на заправку. Ладно, Соня купила, мама и Таня хот-доги. Нет, бутер вот такой вот. Очень вкусный, не знаю, наверное, с мясом каким-то. И у Сони тут еще слышно. Прикольно. В общем, мы уже дома. Только недавно приехали домой. И я вам покажу сейчас, что я купил себе в магазине из одежды. Такой будет мини-хоул. Купил себе вот такую вот майку. Мне она очень понравилась, потому что тут очень много всяких мелких штук, типа пальмы, ананасы, какие-то номера. В общем, да, прикольно. Вот такие вот очень яркие и классные плавательные шорты. Надеюсь, я этим летом хотя бы куда-нибудь поеду купаться на озеро, может быть. Вот такие вот шорты на лето, если будет жарко. А я надеюсь, что будет жарко. Хотя у нас сейчас не холодно, сколько там? Плюс 18,8. Ну, в общем, да. Классные шорты. Вот такие вот штаны. И вот такие вот черные спортивки. Тоже классные. Если вам понравился такой мини-хол, то ставьте лайки. А я сейчас пойду гулять с собакой, потому что у нас время уже 5:45. Да. Он уже давно бегает, вякает, то, что хочет гулять. Так что да, иду на прогулку. В общем, гуляю тут с собакой. В нашем мусорнике. На сегодня наконец-то жаркая погода. Ну как жарко, более-менее тёплая. Безоблачно. Я вот иду в майке, как можно заметить. А, так что да, сейчас забегу в магазин, куплю чего-нибудь мороженого, может, какого-нибудь. Так что все, пошли. В общем, купил я мороженое, сосиски и квас. Мороз, тебе окно открыть? Давай, открою. Все. Гулять. Только не уходи никуда, пожалуйста. В общем, да, капец, на улице жарко, на самом деле. Я погулял так минут 10, 5-10 где-то так, и жарко, короче, да, вы поняли. И я хочу поехать покататься на велике к вечеру, может быть, когда более-менее жара спадет, и уже будет тепло, чтобы кататься. Да, нужно будет позвать кого-нибудь, наверное, или нет. Или я один поеду. В общем, да, по-любому возьму вас с собой. А сейчас я хочу уже есть на самом деле. И, наверное, пойду сварю себе макароны с сосисками. Кстати, вы заметили, что с моим лицом сегодня что-то не так? Оно как будто какое-то или грязное очень, или помятое. Особенно вот нос. Не знаю, с чем это связано, но... Маска. Мне сейчас она будет очень нужна. Я прям сейчас одену. Так-то лучше, наверное. Заметно, что я улыбаюсь в этой маске? В общем, да, не знаю. Мне нравится эта маска, я в ней буду чисто так ходить. Она очень прикольно выглядит, как мне кажется, по крайней мере. Конечно, это все шутки, но маска все равно прикольная. В общем, у меня тут уже готовы макароны с сосисками, так что всем приятного аппетита. В общем-то, время у нас уже 6:30, и я сейчас поеду кататься на велике. У нас до сих пор на улице плюс 18, так что да, беру вас с собой. И еду я, кстати, сегодня один.
поехал на какую-то гору, и отсюда видно весь наш город. Прикиньте. Блин, что с качеством? Вот так. Классно. Блин, на кавере, как обычно, это все не очень выглядит. Выглядит. Ну да, ладно, хоть так. Вон, видите там темное пятно? Это там пожар где-то, я так понимаю. Ладно, поеду дальше. Вон там вот город, телебашня, можно заметить. И вот по вот этой вот горе мне сейчас нужно спускаться вниз. Сейчас подъеду поближе, покажу. Вот по вот этой вот горе жизнь намного больше выглядит. Поверьте мне на слово. А еще я нашел очень ровный круг. Или озеро. Какое озеро? Пруд. Вам не кажется, что он слишком ровный? А еще тут везде заброшки. Где? Вот. Видите, это не заброшка, не знаю. Но это точно заброшка, потому что в ней окон нету. Проехал за 2 часа 30 минут 31 километр. И, если честно, немного подустал. Не знаю, что я сейчас буду делать. Время у нас без 10:10. Мама уже погуляла с собакой. И да, Соня вроде как предложила поиграть в PUBG. Так что сейчас будем играть в PUBG. И, может быть, еще позовем Антона. И тем же временем сижу, кушаю картошку с яйцом и сосисками, так что всем приятного аппетита. На этом уже буду заканчивать свой влог. Время у нас без 10 час ночи. И все. Мы с Соней поиграли в PUBG немножко. Антон с нами играл, но я этого не записывал. Он сыграл с нами одну катку буквально, и все. Но в PUBG мы играли достаточно долго. Скажу я вам. В общем, да. На этом точно все. Всем пока.